Организаторы сайта OneWin объявлены в розыск. По данным агентства по финмониторингу, онлайн-казино работало незаконно. По этому факту начато досудебное расследование. Более того, онлайн-платформа без лицензии проводила букмекерские операции, а деньги пропускали через интернет-эквайринг, где данные клиентов даже не проверяли. А значит, играть в азартные игры могли даже несовершеннолетние. Только за прошлый год оборот онлайн-казино достиг 4 миллиардов тенге. В настоящее время расследование продолжается. Сайт онлайн-казино заблокирован. Четверо организаторов объявлены в международный розыск. Наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 миллиарда тенге, а также изъяты автомашины Mercedes Maybach S500 и Lamborghini Huracan. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.